Браво! Браво! Да, браво. И спасибо, никакого Андрей. Вступления в нашу программу не будет, потому что оно уже было. Оно прозвучало сегодня у нас в студии. Михаил и Борис Казинники. Отец у нас же второй раз в студии находится. Арслан, мы рады вас видеть, что каждый год вы к нам заходите. Это большая честь для нас. И сегодня вы пришли не один, сегодня вы пришли со своим сыном. Так что у нас сегодня программа фактически отец и сын, или отцы и дети, вот что-то в таком вот духе. И очень хотелось бы, знаете, о чем спросить вас? Вот скажите, пожалуйста, есть такое банальное утверждение? Шаблонное, шаблонное. Ну, шаблонное, банальное, может быть, неправильное абсолютно. Сейчас мы выясним. Значит, что природа отдыхает на детях. То есть если отец культуролог с мировым именем, то и скрипач, и вообще музыкант известный, то... Вот на детях должна быть какая-то пауза. Вы знаете, пример Баха говорит, что, это не закон. Потому что Бах – это пятое поколение Бахов. Иоганн Себастьян – это Иоганн Себастьян Бах – это пятое поколение всех Бахов. До него были замечательные музыканты, после него были гениальные четверо сыновей. Пятый был, говорят, равен самому отцу, но он просто был шизофреником. А вы знаете, гениальность и шизофрения, они на грани. Mm-hmm. Вот он перешел эту грань и, к сожалению, четверых гениальных детей не реализовался. Но Бахами после смерти Иоганна Себастьяна, по-настоящему Бахами, называли именно детей. А папа был забыт вообще. И вспомнили о нем через 97 лет после смерти. Это один пример? Нет, примеров можно, я могу приводить множество. Но давайте вот такой, например. Все великие мастера скрипок итальянских – это династии. Дед готовил дерево для внука, прадед для правнука. Потому что дерево для скрипки – одна из тайн скрипок старых мастеров. Дерево должно пролежать 40, 50, 60 лет. Да. Оно должно высохнуть, выйти все смолы. Значит, когда один из гварнери, Андреа, готовил для своего внука Иосифа, который стал гварнери даль джезу, то есть самый великий, это скрипки выше, чем Страдивари, дороже, чем Страдивари, и скрипачи хотят играть на гварнери даль джезу, это высшая мечта. Вот, Борь, вспомни, когда нам в квартиру, да, ты тоже со мной провел тогда целые сутки, принесли гварнери даль джезу самого Липинского, это ученик Паганини, которому посвятил Паганини свой первый скрипичный концерт, было две великих пушки. Одна пушка гварнери даль джезу самого Паганини, который хранится в Генуе, в муниципалитете, на которой скрипки играют. Скрипки называют пушками. Да, они сами, Паганини и Липинский, назвали свои скрипки пушками. Они переписывались, и Паганини спрашивал Липинского, как поживает твоя пушка. Так вот, эта пушка побывала в моей квартире. Борис приехал со своим другом, да? Твой друг, который привез этот инструмент. О, Борис, а вы как продолжаете? Вот там сказали уже о пятом поколении Бахов. Там у вас дальше подрастают поколение, пятое поколение Казинников. Вы знаете, я размышлял, когда в юности выбирал профессию, чем же мне заняться. Ну, естественно, поскольку я начал заниматься на скрипке с 4 лет... Но был бы сам, если был по-другому. Вот, по-моему, я учился говорить, ходить и играть на скрипке примерно одновременно. Но все-таки настал какой-то период распутья, когда я задумался, а хочу ли я заниматься музыкой. Я попробовал себя в разных других качествах, но потом я пришел к давно... осознанной истине человечеством, что, в общем-то, когда профессия, когда род занятий передается из поколения в поколение, это лишь только, скажем так, бесплатная помощь, бесценная помощь, от которой отказываться просто глупо, искать какие-то новые ходы. И я вижу сейчас это очень ярко, даже если опустить мой собственный пример, я вижу это очень ярко на своих детях. Моей дочери 15, сыну 16. И я вижу, что чем бы они ни занимались в области музыки, им это дается все... в 16 раз легче, чем кому бы то ни было другому. Начинает ли дочка играть на гитаре, она на втором занятии уже делает такие успехи, которые я себе представить бы не мог, возможно. Она прекрасно интонирует любую мелодию, она запоминает наизусть со второго раза. Сын, прозанимавшись лишь пару лет на кларнете, уже играет с знаменитыми шведскими оркестрами, соло выступает. А также ему все больше и больше нравится выступать, как выступает его дедушка, как искусствовед. А вот скажите, пожалуйста, для того, чтобы ребенок вырос таким, каким он вырос, ну, в данном случае мы говорим про вашего сына, нужно ли, чтобы постоянно звучала классическая музыка? Нужно ли ребенку слушать только классическую музыку? Нужно ли наказывать его за инакомыслие? Ну, скажем так, заставлять, как вас заставляли за каждое час занятие скрипкой 15 минут вы хорошо помните, да? 15 минут велосипеда, 4 часа и час потом катание на велосипеде. Вы знаете... Сейчас наоборот, сейчас вот ты позанимаешься, и тебе 15 минут
тут планшеты, да, Дима, сейчас просто велик поменялся на планшет. Вы знаете, я могу сказать так. Вот как ты считаешь, Борис, нужно заставлять или совсем не нужно? Да, потому что вы сами отец, у вас дети талантливые, судя по тому, что рассказали. К занятиям, организовывать занятия зачастую необходимо, безусловно. Именно сами занятия. А что касается атмосферы, в которой растет ребенок, здесь очень важно, чтобы вот именно эта атмосфера в себе заключала музыку, искусство. То есть, если ребенок с детства привык к классической музыке, если ему рассказывают интересные истории про Петю и Волка, вот, то для ребенка это будет так же естественно, как для любого другого история про курочку Рябу. То есть это будет часть его жизни. И так как, например, у меня с сыном даже скорее наоборот проблема. Он считает, что тогда, когда я слушаю не классическую музыку, я поступаю совершенно неверно, непрофессионально, как угодно. И а вы слушаете все-таки не классическую? Конечно, конечно. Ну, за рулем, в машине. Да не только. Иногда дома во время ужина я вряд ли поставлю симфонию Бетховена. А что вы слушаете? Это может быть smooth jazz, замечательная московская радиостанция, сейчас как называется, джазовая, с мягким, звучащим джазом, да. Что-то такое, потому что классическая музыка, она требует совершенно другого сосредоточения, другого состояния, да, погружения в нее, совершенно верно. То есть это не музыка суеты, а какая-то популярная музыка или джаз вполне допускает, она, в общем-то, для этого и создавалась, чтобы заполнять собой пространство, то ли организовывать, то ли создавать какой-то определенный комфорт. Настроение. Настроение, совершенно верно. Вот. Так что ситуация, например, с моими детьми вышла так, что мой сын, он предпочитает слушать практически только классику. И критикует меня, стоит мне поставить что-нибудь другое. Можно добавлю? Он строгий мальчик, строгий. Дедушка, поговори со своим сыном. Он какую-то попсу слушает. Я говорю, Данечка, скажи, пожалуйста, ты был на последнем концерте папы? Да. Как папа играл музыку барочную? Тебе понравилось? Да, понравилось. Вот, хорошо, да? Ты слышишь, что папа играет в концертах? Да. Я говорю, так вот скажи, пожалуйста, неужели ты считаешь, что тем, что папа услышит какую-нибудь такую музыку, да, это испортит его вкус, перевоспитает его, и он станет попсовиком там и так далее, и так далее. В общем, сейчас у нас немножко все подемократичнее. Данечка немножко отошел, и он сам играет немножко джазовую музыку на кларнете с оркестром тоже, да? Такую. Да, конечно, и Клезмер. Ну, это такой максимализм пробовать. У него сейчас пока. Юношки, это, наверное, да, пройдет. Конечно. А можно мы сейчас послушаем и посмотрим совершенно изумительную, ну, скажем так, по высоте чувства юмора такую пьеску веселую. Она, собственно, так, по-моему, и называется «Отцы и дети». Ну, очень смешная, забавная. Вам рукоплещет зал, и вы играете вы это там. Это название целого проекта, который мы провернули. Наверное, вы имеете в виду проект с семьей рыбаков. Да. Из Норвегии. Да, да. Да, с удовольствием давайте посмотрим. Да, давайте посмотрим. Thank you.
понравилось. Потому что, вы знаете, вот когда чувство юмора все-таки появляется и в концертах серьезных, я не думаю, что вы только так развлекали пассивную публику, правильно? Это же был какой-то такой, ну, я не знаю, ирония такая, да? Вот пару слов об этом проекте и перейдем, собственно, к вашим программам, которые привезли в Нижний Новгород. Ну, пару слов. Вот это было в концертном зале Динтри знаменитом. Идея была такая. В Риге. Отцы и дети. Да, в 2012 году. Да, в 2012 году. Дело в том, что отец Саши Рыбака, Игорь Рыбак, это мой друг детства. А его бабушка моя крестная в музыке. Потому что бабушка Игоря Рыбака... То есть бабушка Саши Рыбака, мать Игоря Рыбака, отца. А Саша Рыбак, скажем нашим телезрителям, напомню, что он победитель Евровидения, по-моему, 2009. Ну, в общем, возможно, победитель... которая проходила в Москве. Да. И его, когда меня привели в детский сад, то буквально через несколько дней Марья Борисовна, то есть мать и бабушка Саши Рыбака, сказала моим родителям, этого ребенка нужно обязательно учить музыке. И она сама со мной, как музыкальный работник в саду, работала и так далее, развивала меня. Вот. И мы, поскольку мы сохранили нашу дружбу, я видел Сашу Рыбака еще маленьким, видел, как он рос и так далее. И вот пришла такая в голову идея сделать «Отцы и дети». Я и Борис, Игорь и Саша Рыбаки, 4 скрипача, все происходим из одних и тех же мест. Одни и те же школы, одни и те же педагоги и так далее. Почему бы не создать такой образ? И это был серьезный образ. То есть сначала дети играли двойной концерт Баха с оркестром. Потом мы, отцы, сыграли двойной концерт Вивальди. Потом каждый из четверых сыграл по одному концерту из времен года Вивальди. Вот ты играл лето, по-моему, да? Все первое отделение концерта было посвящено именно классической музыке в разных составах, вплоть до того, что мы играли даже четверной концерт Вивальди, да. С нами, нам аккомпанировал замечательный совершенно государственный оркестр латышский. А во втором отделении уже началось так называемое противостояние. То есть мы стали говорить о конфликте различных поколений. Ведь насколько трудно сейчас, да и вообще во все времена, было дедушкам, отцам, сыновьям найти общие точки соприкосновения. Потому что все меняется. Меняется мода, меняется вкус, стиль в музыке, тем не менее. И где же найти вот эти точки соприкосновения? И мы показали, что, оказывается, сначала мы создали этот конфликт. У нас были произведения, пошутили, в которых мы в шутку ссорились, где, например, наши отцы считали нужным играть музыку, скажем, Вивальди или стиля Вивальди, а мы каким-то образом подтасовывали, так и начинали играть музыку в стиле джаз. Кстати, вот возвращаясь к нашей предыдущей теме, о том, как нужно воспитывать ребенка, в какой атмосфере, я думаю, что пример Саши Рыбака очень яркий, очень показательный. Его отец изумительный, совершенно классический музыкант. И педагог, выдающийся педагог. Конечно же, ну так музыкант, да. Да. И они путешествовали по Европе, бывали в различных странах, слушали различных исполнителей, слушали венгерскую музыку. Так как Саша Рыбак исполняет венгерскую народную музыку, пожалуй, даже сами венгры не исполняют. Настолько это аутентично, настолько здорово. А его отец садится за рояль и аккомпанирует ему. Да. Потом мы с Борисом стали делать то же самое, только со шведской фольк-музыкой, с народной шведской. Это было колоссально. Соответственно, благодаря тому широкой базе знаний, опыта, эмоций, которую Саша получил в детстве, он смог найти, он не стал становиться таким же известным, музыкантом, дирижером, как Игорь Рыбак. Он нашел свой собственный ноу-хау, он нашел свой собственный выход и в результате войдет, наверное, в историю Евровидения, как человек, получивший самое большое количество очков за всю историю Евровидения. Все-таки давайте о ваших программах поговорим, которые вы привозите в Нижний Новгород. Да, собственно, не только в Нижний Новгород, а везде ваши программы пользуются успехом, потому что они всегда неожиданны. И всегда это какой-то неожиданный взгляд, собственно, они так и называются иногда. Вот, например, программа, посвященная Баку, она, собственно, и носит такое название, «Неожиданный взгляд». А я все думаю, как же можно найти что-то неожиданное в музыке, которой более 300 лет? Да, которые все слушали, переслушали, да. Уже и ее продолжают переслушивать. Специалисты ее знают, мне кажется, вообще всю там, до ноты, до паузы, она изучена. И вдруг «Неожиданный взгляд». Знаете, оказалось, расскажите. Не знают. Потому что я, во-первых, начал эту программу, когда вот первый концерт, да, «Новые Абахи». Я сказал, что это самое дерзкое название, которое я когда-либо давал программе. Я, Михаил Казиник, пришел к вам на сцену перед 1000 человек рассказывать «Новые Абахи». Что можно рассказать «Новые Абахи»? Я говорю, а вот сейчас буду рассказывать, слушайте внимательно. И начал показывать все эти тайные знаки, ходы. Вот мы с Борисом играли вчера двойной концерт Баха.
Ре минорный, знаменитый в трех частях, с оркестром, с замечательным совершенно дирижером. С, Максим Емельянович? Да, да, с Емельяновичем. Да, тоже ребенок, он же, да. Он же ребенком стал, да, дирижировать, да, симфоническим, да, 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 оркестром. Я с ним уже много лет играю. Вот я привез Бориса, они познакомились, вот, сыграли вместе. Я показал там такие вещи, что сидели люди, музыканты на сцене, которые сейчас будут играть, у них глаза вот такие становились. Они большие. Ничего, это, они даже под. И я вижу в зале вдруг люди, которые хорошо знают эту музыку, вдруг, и друг с другом так даже растерялись, понимаете? То есть это не интерпретация, а нет, это какая-то находка. Это показ тончайших математических сигналов, знаков высочайшего строительства. Я начал с того, что ни один человек, ни одной жизнью, ни 10 жизнями, ни 100 жизнями никогда не приблизится даже к 1/13 того, что означает Бах. Вот в чем дело. Потому что Бах – это вселенная. Бах – это вот как космогония. Это, как, а вы говорите, что Бога нет. Вот простейший пример. Опять беру скрипку. Вот. Вот. Смотрите. Начинается концерт так. Одна скрипка. Я начинаю, потом Борис начинает. Я говорю так, еще раз теперь, я играю. Виолончель, сыграйте, пожалуйста, четвертый такт вашего аккомпанемента. Виолончель удивленно играет. Вот это меня тоже все время поражает. Дальше я говорю, а теперь саккомпанируйте мне начало второй части. И оркестр с удивлением играет. И сами себе удивляются. Я говорю, хорошо, а третья часть? Ну-ка, попробуй, до сикса. И так далее. Я говорю, откуда это взялось, вот это? И через всю третью часть проходит. Они смотрят все на меня, и с той стороны, и с этой. Причем и те, и другие стали слушателями, хотя эти исполнители. Я говорю, слушайте, вот наша тема. Ты начинаешь ее, да? Или я? Третья часть или первая? Нет. Вот она. Музыканты вот такие, глаза. Господи, оказывается, все три части. Уникальнейшие математические, космические, эйнштейновские структуры. Нет ни одного случайного звука. И этого не показывали. И когда я это показываю, вижу весь зал, буквально вот, знаете, такой жаргон, в отпаде. То есть они, у них вообще голова закружилась от этого всего. Я говорю, кстати, мне очень интересно знать, а много ли студентов Нижегородской консерватории сейчас в этом зале? Вдруг один мальчик поднимает руку, я. И мне, есть, знаете, как это стало горько? Есть это. И да. Мне, знаете, как горько, да, стало? Почему? Не потому, что я их хочу просвещать. Я им глупым хочу публику создать и научить их с публикой говорить, чтобы публика заплатила им деньги, чтобы они не жили на грантах. Даст губернатор или президент грант, доплатит им 100 евро или не доплатит. Да. В Саратовской консерватории лестница не работает. Там выпала ступенька. И нет денег, чтобы ступеньку на место поставить. Там три профессора шеи сломали себе. Понимаете? И вот они будут жить в нищете, в полной, потому что количество слушателей, вот оно, маргинальное. Ну что, вчера 1000 человек на концерте, я должен быть доволен, да? А я недоволен, я хочу, чтобы был ажиотаж, потому что население города больше 1 000 000. Значит, это 0,1, полтора, да? Значит, это 0,05, сейчас трудно посчитать, теперь ну, раз понятно, полтора. Ну, в общем, да? Немного, то есть, это немного по отношению к общему количеству. Это население одного 5-этажного хрущевского дома. Давайте мы на этом моменте прервемся. Да. У нас небольшой рекламный блок, потом мы продолжим наш разговор. Это программа «Арслонка». Не переключайтесь. Реклама пройдет быстро.
Это программа «Арслонга». Мы продолжаем. Сегодня у нас в гостях Михаил Казинник, Борис Казинник. Еще одна тема, которая, ну, вы говорили, провокационная с Бахом, а другая тема не менее провокационная, когда Чайковский был счастлив. Да. Само по себе название вызывает много вопросов. Кроме того, вот Наталья, например, считает, что... Да, у меня свое мнение. Да, я считаю, свое. Что, я считаю, что музыканты и художники... И поэты, они как бы... Должны быть глубоко несчастны. Нет, вот. Нет, просто вот это вот тоже, понимаете, это вот такая судьба, что называется, такая карма. Недаром Лиля Брик сказала в отношении Владимира Маяковского однажды, ничего, пусть Володечка помучается, зато он напишет хорошие стихи. Ну то да, есть... лишь когда нам действительно плохо, мы хорошие пишем стихи, да, это все известно. Но в данном случае, опять же, здесь тоже скрыта какая-то очень система тайных знаков. Потому что вы знаете, что Чайковский – это тип абсолютного неврастеника. Да. Русской музыке везет вообще на таких неврастеников, потому что таким был великий Березовский, таким был Чайковский, таким был Шостакович, Дмитриевич. Это буквально, можно сказать, реинкарнация. Если бы я был антропософом, я бы сказал, что Шостакович – это реинкарнация, человеческая реинкарнация Чайковского, потому что нету кожи, обнаженное все, все нервы, вот все напряжено. У Шостаковича же вообще был тик. Вот так все время, да. Чайковский, у него все время болел живот, он в половине писем своих друзьям писал, что у него ужас. А что такое? Это почему болел? Он все время подозревал, что это рак там и так далее. У него была мнительность страшная, да. А болел, потому что здесь огромное количество нервных сплетений, и он находился всегда в таком нервном состоянии, да. Не говоря уж о том, что меланхолия, что вечные слезы, малейшая несправедливость, нелепость, несоответствие. Это же ужас, понимаете? И желание быть как все нормальным человеком, ему казалось, что он ужасный, мерзкий, грязный. Музыка – это как бы спасение, это как бы прощение. То есть там много всего, понимаете? Целый ряд сложнейших комплексов всякого гения, на самом деле, да? Но еще вот я говорю, при всем этом неврастения в жесточайшей форме, трагическая неврастения. Понимаете, иногда поступки абсолютно неадекватные. Ну вот, простейший пример, я буду рассказывать об этом, в общем-то. Но вот такой момент, когда Чайковский, у него нет денег вдруг. Вот было время, когда никакой фон Мэк не было, и царь не платил, и вдруг Чайковский оказался без денег. В те случаи, когда он оказался без денег, он начинал пить. В основном коньяк. Русский? Да, сплин, ну, кстати, да. Ну, коньяк, да. И не только русское, как показывает. И вот однажды в такую ночь одиночества и возлияния Чайковский вдруг рассердился на его императорское величество. Как это так? У него, у Чайковского нет денег в России. Что это значит? Кто виноват? И он пишет письмо императору прямо ночью в этом состоянии, что вот я, Петр Ильич Чайковский, обращаюсь к вам, ваше величество, с просьбой. Одолжите мне 3000 рублей. Тут же выскочил из дому. Рядом, благо был, благо не благо, почтамт. Сбросил письмо, вернулся и уснул. С осознанием выполненного долга. Через несколько часов он проснулся и понял, что он совершил самый страшный поступок в своей жизни. Попросил он написал императору царя. И попросил одолжить. Это значит конец контакта с императорской семьей. Они теперь будут знать, что это просто жалкий попрошайка. Он бросился на главпочтамт. Но, оцените, кстати, качество почты. Почта уже ушла. Это прекрасно. Письмо ушло этим же утром. Ему сказали, ничем помочь не можем. Он буквально обезумел. Он после этого 2 недели ждал ответа. И пришел ответ, где было написано, что это ужасно, то, что вы были без денег, и чтобы у вас этого не случилось, мы назначаем вам постоянную пожизненную пенсию от имени царской семьи. Мы все безумно любим вашу музыку, и я, и моя жена, и дети. Мы счастливы, что в нашей стране есть такой композитор и так далее, вот от царской семьи. И он с тех пор получал эти деньги. Вот, понимаете, вот... Михаил Семенович, а вам не кажется, что все гениальные люди, писатели, музыканты, это тоже, в общем-то, как-то давно уже замечено, что их музыка, их творчество надо рассматривать вот только отдельно от их личности, что личности, как правило, всегда... Что-то там было всего накручено, наворочено, может быть, это тоже действительно вот оттуда. Но как это отдельно рассматривать? Ну, не знаю, я считаю, что... Вы знаете, нет, вот нельзя рассматривать отдельно, очень часто вот нужно это, вместе. Оторвать музыку от автора. Это... Ну, например, если я вас спрошу, вы знаете хоть какой-нибудь романс Чайковского на стихи Пушкина? Романс. Чайковского. Музыка Чайковского, слова или стихи Пушкина. Ну, в голову ничего не приходит. Нет, не придет, да, потому что никогда. Нет. Кроме «Соловей мой, соловейка»,
и старый муж, грозный муж, ничего нет. Да. Вам не приходило в голову, что величайший русский поэт, композитор, лирик, великий Чайковский, не написал ни одного любовного романса на великие любовные стихи Пушкина? Никогда об этом не задумывались. Вот попробуйте ответить на этот вопрос, не изучая личности Чайковского. Это ревность? Что это куда более сложно. Я даже сейчас не хочу этим заниматься, чтобы не получилось какой-нибудь пропаганды. Просто Пушкин написал однажды: «Моя 113-я любовь Натали будет моей женой». Для Чайковского это исчадие ада. Но нельзя 113 раз любить, каждый раз писать стихи о любви, каждый раз верить, что это самая великая любовь. Я вас любил, любовь еще быть может, я вас люблю, хоть и бешусь, я помню чудное мгновение и так далее. Но с точки зрения Чайковского это просто дьявол, сатана. Но Чайковский преклонялся как гений перед гением Пушкина. Вот и родился результат этого преклонения. Евгений Онегин, где у героев ничего не получается. Ни там, ни там. «Пиковая дама», где у героев ничего не получается. Вот это правда, говорит Чайковский. Не получится. Видите, как нужно изучать-то? Ну что ж, спасибо вам огромное за разговор. Как всегда, интересно, безумно. Мы могли бы говорить и дальше, но формат нашей программы не позволяет. Зато позволяют ваши концерты, лекции, на которых мы приглашаем всех нижегородцев. Внимательно следите за афишей. Как только видите афишу, имя Казинник, значит, будет интересно. Гарантия есть. Спасибо вам огромное. Я еще раз напомню, что у нас сегодня были в гостях Михаил Казинник, Борис Казинник. Спасибо. А сейчас наша постоянная рубрика — афиша самых ярких культурных событий наступающей недели. «Цветослоение» — так называется выставка, представленная фотографом Ириной Харунжей в Русском музее фотографии. Нашим глазам открывается прекрасный мир, полный света и цвета. Автор специализируется на так называемой альтернативной печати, которая сочетает выразительность забытых методов получения фотоизображения и возможности современных цифровых технологий. Балет по пьесе Вильяма Шекспира «Укрощение строптивой» 16 февраля можно увидеть в «Империи грез Индиго». Это самая яркая современная работа на сцене Большого театра, созданная на музыку великого композитора 20 века Дмитрия Шостаковича хореографом Жаном Кристофом Майо. Первый руководитель балета Монте-Карло согласился сделать новую постановку не со своей родной труппой, поэтому каждый его образ рождался на основе индивидуальностей артистов Большого театра. Впервые за много лет в Нижнем Новгороде проходит выставка произведений наивного искусства. Целью таких выставок является поддержка независимых художников и открытие новых талантов. В экспозиции представлены работы как художников с мировой известностью, участников международных фестивалей наивного искусства, так и работы неизвестных авторов из народа конца XIX-середины XX века. Живопись, графика, костюмы и объекты художника Дмитрия Цветкова представлены в арсенале в Центре современного искусства. «Царство в сундуке» – так называется выставка, произведения искусства которой предлагаются зрителям не просто как объекты созерцания, но и как прикладные технологии и творческие приемы, которые может освоить любой желающий. Это лишь некоторые события из жизни города. Проведите неделю культурно. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Ищите нас в Фейсбуке, на Ютубе, на сайте nantv.tv и, конечно, в эфире телекомпании НТВ каждую пятницу вечером. Всего хорошего. Увидимся.